Привет, с вами Александр. 17 апреля. Нахожусь достаточно далеко от Калининграда. Километров 150 примерно. Вот здесь шикарный мост через реку Красная. Построен он в 1901 году. Этот мост кирпичный, но он облицован бетоном. Высота 21 метр. Человек говорит, что сам его измерял, говорит 21 метр. Хотя везде пишут, что 25. Это природный парк Вишненецкий. Если приезжаете в Калининградскую область туристами, посетите и такие места. А то многие едут только на море. А Калининградская область достаточно интересная.